И вот, снял я дроссельную заслонку, как и обещал. Я ее тут помыл немного, но все же видно. Виден налет. Ага, туда-сюда. Сейчас закрою. И вот видно, что эти просветы. Вот. Мыл я ее бензином, ничего не помогло. Завтра посмотрел там одну жидкость, называется клон и ацетон. Завтра куплю. Будет все видно. А так. На сегодня, я думаю, вот этого вот всем больше, чем достаточно. Вот она, дроссельная заслонка. Клапан вакуумный, я не знаю, не снимал. Завтра буду разбираться, уже ночь на улице. Было тут у меня немного масла. По-моему, масло это говорит о том, что турбинка начинает кидать масло, что в скором времени пойдет на замену и турбина. Но так почистим и посмотрим. И, кстати, заслонка дроссельная у меня оригинальная. Вон, Германии. Тут где-то был номер. Вот так вот, да. Номер его. Вот. И еще вон и шильдик Volkswagen. Ну, в общем, все. Всем спасибо. Будем разбираться позже.